Компонирует Сергей Скиба. Пахнет пряной травой уходящее лето, где в багряном пожаре осенние листвы, догоревшим тепло, как дыханием согрета, память нашей любви, что утратили. Травы, как духи из флакона, будоражит глубоко душевный покой. Мы с тобою близки вне людского закона, хоть нельзя до тебя дотянуться рукой. Позолота листвы, как богатство и сказки, стыла в воздухе сочно глубокая синь, и любви нашей поздней осенние краски, и в объятий прощальных морозная стынь, пряный запах травы, как духи из флакона, будоражит глубоко душевный покой. Мы с тобою близки вне людского закона, хоть нельзя до тебя дотянуться рукой. Кружит ветер листво, в золотом хороводе между нами картинки несбывшихся грез. Может, что-то не так в эту осень в природе, то ли дождь по щекам, то ли капельки слез. Пряный запах травы, как духи из флакона, будоражит глубоко душевный покой. Мы с тобою близки вне людского закона, хоть нельзя до тебя дотянуться рукой. Мы с тобою близки вне людского закона, хоть нельзя до тебя дотянуться рукой. Наша с вами встреча — это перекресток наших судеб, нашего творчества. Как здорово, что на этом перекрестке нам всем есть о чем поговорить. Для вас выступало литературное объединение «Пречистое» Анна Проничева, Сергей Суханов, Надежда Смирнова, Юлия Попова, Светлана Ивашевская, Сергей Сгиба, аккомпанирует гитарь, и стихи Валерия Васильевича Мутина читала Ольга Разгуляева. Елена Карабанова. Спасибо.